Интересно, у кого какие мысли, что тут нарисовано? Лично я думаю, что тут нарисован или я, или Томас. Вот что-то одно из двух. Ну, 3-4, вы что думаете? О, боже мой! Капец! Тут такая женщина, написан донат в коробочке, такой бочонке, типа кастрюльке. Тут какие-то золотые типа монетки. Такой красавец, рыжий на руках. Сейчас смотрите, волосатая грудь у женщины. Ну это короче. Сам Вылиза. Кто по. Есть Мона Лиза, есть сам Вылиза. С изображением кота на руках. И нарисовано это очень красиво. И такие еще, знаете, идут. Что ты кончаешься? Глянь на себя. Глянь, это ты. Это ты рыжий, ты не ядец. Красивая картина, мне понравилась. Вот такая. Альпийские луга, горы. Тут свечка. Тут сам Вылиза. И такой красивый, конечно, кот. Кот шикарный изображен. Спасибо вам за такую картину. Она мне очень-очень понравилась. Очень красивая. Не знаю, кому как, а мне понравилось. Смотрите. Вот. Такая женщина с котом на руках. С волосатой грудью. С такой прической, знаете, как гнездо кукушки. По-моему, очень красиво. Спасибо большое вам. Вот такие красивые. Грузопакостная плакатка. Забрал. А это у нас картина. Приедем, покажу. Приехали мы уже на дачу, а здесь даже мелкий дождик. И откроем нашу картину. Такая картина. Шедевр. Символическая какая-то картина. Древо жизни. Или дерево. Ну, я думаю, мы найдем ей место. Где... Место как раз будет в спальне, потому что она как раз туда нам подходит. И по содержанию, и даже по форме, по оформлению самой цветовая гамма у нас подходит. Ну, значит, подобрали акриловые краски. Вот. Очень приятно, большое спасибо. Оксана Кученева, я оставлю ссылочки, если кто на хочет, на ее канал там или соцсети. Есть и другие работы, кто хочет, зайдет, посмотрит. Спасибо большое, Оксана, очень приятно. Думаю, она найдет наше достойное место в нашей новой обители и будет, как говорится, началом начал, потому что древо жизни – это и начало, и конец, и рождение, и вновь кругооборот в жизни, правильно? Ну и все круто. Большое спасибо. Кому будет интересно, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Посмотрите, да, чем она интересуется, чем она занимается. Вот. И ей творческих... Ну, знаешь, на українській мові дуже гарне є таке слово «наснаги і натхнення». Во! Наснаги та натхнення. Мне просто обалденный портрет. Я была в шоке, когда его распаковала. Вы только посмотрите, как красиво нарисовано. Оксана писала этот портрет с моей фотографией в Инстаграме. Только там в руках у меня была тросточка, а она мне нарисовала красивый цветок. Я в восторге от этого портрета. Оксаночка, спасибо тебе большое. Всем привет! Привет! Только что с Женькой ходили на новую почту и забрали вот эту вот замечательную картину. А вы знаете, кто нам ее прислал? Ее нам прислала девушка, ее зовут Оксана Кученева. И желаю этой девушке побыстрее выздороветь и чтобы у нее все в жизни было хорошо. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our great. But somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no. Heaven or gold, cause I got you.